Итак, у нас в гостях группа «Где Ёж» в лице Андрея Ёлгина. Доброе утро, Андрей. Доброе утро всем. Какие с планы праздником. На сегодня? С праздником, кстати, праздником и вас, и всех, кто нас слушает. Какие? План... Да, извините. Планы у нас сегодня, во-первых, попеть, а во-вторых, просто отдохнуть. Вот. Группа «Где Ёж» обычно не выступает на 9 мая. Группа «Где Ёж», я вам больше скажу, уже 4 дня находится на паузе, как проект музыкальный и как явление. Вы взяли перерыв? Мы взяли творческий отпуск до лучшего звука, я бы так сказал. Это не до лучших времен, а до того, как мы созреем что-то новое выпустить, потому что мы так переосмысливаем себя сейчас. Вы хотите уйти в какой-то новый жанр? Мы хотим, чтобы жанр, который играем мы, то есть рок, мы хотим продолжать его играть, но хотим, чтобы это звучало современно и отвечало времени. Ну, по-моему, то, что вы пели нам в прошлый раз, а именно «Детка, это Сибирь», я думаю, мы сегодня еще услышим эту песню. По-моему, это довольно современно. Что не так, ну, Андрей? Как вам сказать? Вот есть современные группы, которые играют рок, которые, условно, знаете, Imagine Dragons, там, 30 Seconds to Mars, и это звучит совсем по-другому. Надо смотреть на товарищей, которые делают актуальную музыку. Андрей, какой вы ми-ми-ми. Может быть, сразу к музыке? Давайте к музыке, а позже немного еще поговорим о празднике. Давайте. Нравится май, мне нравится май, нравится май, ходят счастье летали. Мне нравится май, нравится май, ходят счастье летали. Хочешь на мелкие части меня разбирай. Мне нравится май. Майская песня. В лице Андрея. Вам не одиноко? Мне нет. Очень, на самом деле, даже здорово, что сейчас у нас такая ситуация в группе. Скажите откровенно, вы поссорились? Нет, мы просто разошлись с половиной состава, потому что мы поняли, что у нас другие разные творческие, ну, знаете, взгляды, что ли, типа того. Разные другие проекты появились у ваших друзей? У меня появится проект сольный. Вот, буквально я очень надеюсь, что этим летом я выпущусь под каким-то, наверное, даже другим именем. Как я. Прощайте 5 букв из алфавита. Ну, мы их оставим до лучших времен. Вот. Да ладно. А потом вернемся феерично, я очень надеюсь. Мне кажется, отлично. Нам тоже нравится май, Саша. Очень нравится 9 мая. Расскажите нам о том, что вам известно, о родственниках, истории вашей семьи. Что, есть какие-то традиции, может быть, в семье? Что есть у вас? По поводу празднования этого праздника. Не больше, чем, наверное, других. Когда появился бессмертный полк, появилась еще традиция участвовать в нем. Но это все происходит обычно в Новокузнецке, потому что сам я из Новокузнецка изначально. И родственник оттуда, да, который служил, воевал. И мы всей семьей просто сейчас уже перебрались
большинство Новосибирск. А вообще, есть мой родственник Дмитрий Акимович Ёлгин. Вот, он под Сталинградом, из Сталинска, то есть из Новокузнецка, призвался, и под Смоленском. Вот, под Смоленском он погиб, там похоронен под селом Дорожкино, по-моему, в братской могиле. Вот. И мои родственники обычно, мама, ну, кто оказывается в мае в это время, они обычно, то есть с портретом в бессмертном полку всегда участвуют. Вот. А здесь вот мы не принимаем участие, у нас портрет там, а здесь как-то вот в этом году точно нет. Вы видели портрет, похожи вы на него? Нет. Совсем нет? Он по другой линии маленько, то есть он по линии матери, по-моему. Папа. Ну и что, мама же ваш родственник? Ничего вообще нету, короче, вот похожего, если честно. Мама, бабушка рассказывала, что это такое, какие-то бытовые истории, каким он был, какие-то черты характера, что-то такое более бытовое, чем какие-то общеизвестные факторы. Бабушка, на самом деле, которая могла бы рассказать, она ушла, когда я был совсем маленький. У нас как-то вот не передалось это. Не знаю, с чем это связано, если честно. Вот. Ну, главное, помните. Да, да, то есть, как бы, мне очень нравится то, что «Бессмертный полк» появился сегодня, когда я ехал сюда, в принципе, есть воодушевление, и это совершенно искренне, потому что я думаю, что это самая искренняя акция, демонстрация, да, в которой принимают участие люди. Их никто не зовет, они идут сами, и никто их не собирает, и я думаю, что это самый главный показатель того, что это вот от сердца идет у всех. Вот. Это верно. После рекламы вернемся в студию, послушаем еще песни. И у нас в гостях Андрей Ёлкин, мы с ним поем песни. Давайте. Да, ну все, коли я стал спустя 10 минут эфира Андрей Ёлкин, а не Андрей Ёлкин. Я сказала Ёлкин, просто так послышалась, я не нарочно, да, простите, пожалуйста. Я спою Ёлкин, песни, конечно, про Ёлки и про Сибирь. Хорошо. Так подвел. Ты и я, мы посреди холодной зимы. Этой песни, я ее слушаю, честно говоря, иногда, мне очень нравится, моя любимая из ваших песен. А мы, собственно, клипы тоже смотрели. Да. И вообще, кто забыл, у нас Андрей уже был в гостях, можете пролистать нашу группу ВКонтакте немножечко вниз, найдете ее. Правда, было довольно давно, в прошлом году, но все равно было, и мы очень рады видеть вас здесь снова. И вернемся к праздничным настроениям в Сибири. Не всегда можно пойти
в город на 9 мая. Точнее, нужно это делать, но иногда, как поется в песне, слишком холодно. Что вы делаете тогда? Есть у вас какие-то любимые фильмы о войне, любимая музыка? Конечно, я там целый арсенал. Вот сейчас вспоминал, какая у меня самая любимая песня. То есть есть понятно, что, например, «Война народная», да, когда «Вставай, страна огромная», «Священная война», то есть она называется. И вот от нее просто мурашки, да. Но это такая песня, которая, ну вот ее слушать надо раз, наверное, в год, потому что иначе невозможно вообще. У нее она такая мощная. А вот особенно любимая, это вот, ну, например, не совсем военная, но все равно туда же. «У Черного моря» мне очень нравится. Uh-huh. Утесова. Uh-huh. «Весь город, который...» Вот это вот. «Я вижу во сне». Вот я ее просто не знаю, нравится мне, вот тянет меня в Одессу съездить уже несколько лет, но, к сожалению, не получается. Вот, пока нам. У вас эта песня сложилась, может быть, когда-то вы пробовали ее петь на каком-нибудь школьном концерте? В школе очень часто на 9 мая делаются концерты. Ну, нет, я ее полюбил, по-моему, особенно как-то, когда с родственниками из Одессы мы познакомились. У меня есть родственники там. И они приезжали сюда. Да, они приезжали в Сибирь. И вот как-то что-то я помню, что вот как-то на этой волне. А потом еще сериал «Ликвидация», очень любимый мной сериал, ну, может быть, знаете? С Машковым, да, конечно. Великолепный сериал. И там тоже Утесов, ну, и показано, как он исполняет. И вот как-то все вот сложилось. Я понял, что вот как-то, не знаю, особенно у нее какое-то такое вот есть. Нет ли в вашем творчестве что-то такое серьезно патриотическое? К сожалению, нет. Я очень инфантильно мыслю, когда пишу песни. Вот. Мне всегда хочется что-нибудь либо полегче, либо повеселее, а если погрустнее, то это всегда какие-нибудь отношенческие вещи. Вот, мне кажется, нам нужно еще дорасти до этого. Вот, да, я вот, знаете, да, я слушаю такие песни там у некоторых исполнителей. Вот мне нравится Трофима песня «Родина», там такая есть у него. Там «Золотые маковки церквей». И там, я такой думаю, господи, ну как ты, ну взрослый, наверное, потому что уже, вот, ну как-то я так не чувствую. Хотя я также ощущаю себя там и принадлежность к этой земле, и это моя история. Но вот в творчестве вообще туда не клонит. Но это пока мне 30 лет всего. Если говорить о детстве, что-то вспоминается? Первый свой парад, может быть. Может быть, действительно, выступление в школьном концерте. Я так любил парад. Салют, точнее. Ну, салют. Меня брали на салют. Я орал, как сумасшедший, ура. Мне кажется, я потом вообще голос у меня пропадал после этого. Как я кричал, ура. Это надо было вообще слышать. Андрей. А у меня уже в школе, да, то есть мы там постоянно, я всегда был в активе, все там это, в школьное самоуправление, активистом всегда был, везде в первых рядах. И мы, да, то есть концерты вот эти вот 9 мая, и мы, помню, там у нас, как это называлось, агитбригада или что это, в общем, неважно. И мы вот к войне, к 9 мая там целый коллаж был этих песен, и вот я помню, что мы пели и «От Курска до Орла», да. 9-й наш десантный батальон, там и целое там было с номер такой со стихами, и потом вот откуда мы вышли из войны, в дыму за нами стелятся дороги, я ну, как-то до сих пор это помню, и потом в конце вот «Здравствуй, мама, возвратились мы не все». Да. В детстве это особенно отпечаток накладывает, честно говоря. Я тоже до сих пор вспоминаю, как в начальной школе мы где-то в классе в третьем или втором, то есть совсем маленькие, инсценировали песню «Темная ночь». Mm-hmm. Не только ее пели, мы делали инсценировку. Театральная постановка такая была. Плюс, да? Даже, ну, вроде того, и плюс даже были концерты сборные, то есть мы своей школой mm-hmm. приходили в другую школу. Да? И вот такое даже было. Так же, да, у нас. Сейчас только мы в старших классах я уже этого не помнила, такого уже. Еще поем? Конечно, да, еще обязательно, пожалуйста. Вот, да, что-нибудь к лету, чтобы у нас погода уже распогодилась наконец-то. Из этих напрягающих городов лети мне навстречу, я буду готов. Там, где воздух свежий и куча комаров, лети мне навстречу. О, заведи меня туда, где дикий пляж, там, где нам с тобой не нужен камуфляж, там, где мы с тобой вдвоем, как дураки, осторожно заплываем за буйки. Где горит огонь, горит моя душа, там, где нам никто не сможет помешать. Мы с тобой два непослушных малыша, я хорош, а ты безумно хороша. Ущипни меня, скажи, что я не сплю, будто это уже было дежавю. Я давно хотел сказать, что я люблю, хорошо, что я не сплю. Однажды каждому станет неважно проблема.
пару дней. Кто из вас сегодня будет наш диджей? Эй, бафнет для офигенных пацанов. Если просят повторить, то будь готов. Никакого интернета и постов. Нажимай на телефоне кнопку off. Пусть сегодня будет лучше, чем вчера. Пусть веселье будет длиться до утра. Пусть среди друзей тихонько у костра ты поймешь, что искал. Однажды каждому станет неважно. Проблемы растают, как дым. Не сдайся, пожалуйста, статусом важным. Останься всегда молодым. Вокруг так много красоты. Я туда, куда и ты. Все туда, куда и ты. Однажды каждому станет неважно. Проблемы растают, как дым. Не сдайся, пожалуйста, статусом важным. Останься всегда молодым. Андрей Ёлгин в нашей студии сегодня подарил нам такой подарок и нашим слушателям. Пришел в праздник, не поленился и спел для нас. Спасибо большое. Спасибо за летние вам, ощущения. Что позвали вообще. Ура! Да. В студии для вас работали сегодня Александр Часовитин и Талалаева Настя, но мы передаем слово нашим коллегам. Мы совсем скоро с вами в эфире поздороваются Анатолий Сивохин и Наталья Найденова. Еще раз всех с праздником, с Днем Победы. Саш, может, ты меня выведешь? Без проблем. Почему Саша, то ли? А он идет? Да. Успеет он сесть там, настроиться?